Здравствуйте, друзья! У нас сегодня вторник с утра, но поскольку в понедельник мы не работали, то можно сказать, что рабочая неделя начинается прямо сейчас. Еду я на работу и рассказываю вам занятную историю. Есть, можно сказать, была в Соединенных Штатах такая сеть учебных заведений. Называлось это хозяйство ITT, Technical Institute. Значит, была сеть и нету больше. Значит, ITT, Technical Institute, 130 кампусов. Вот представьте себе по стране, вот такой монстр. 130 кампусов. Это publicly traded, значит, у них акции. То есть это вот такая компания, серьезно. 8 тысяч преподавателей, 20 тысяч студентов. Все это вот так в одночасье и хлопнули. Хлопнуло их правительство разными руками. Там, да, у правительства есть разные там департаменты. Но вот так циферка вам для осмысления. Из бюджета Соединенных Штатов каждый год 100 миллиардов долларов. Вот представьте себе, да, масштаб суммы. 100 миллиардов долларов ежегодно тратится на лоуны и гранты для студентов, получающих высшее образование. Высшее, среднее, специальное образование. Есть федеральная система. Есть еще отдельно частные, есть на уровне штатов там и так далее, а есть вот федеральные. 100 миллиардов долларов. 1 миллиард примерно приходился вот на этот самый ITT. С 2010 что ли года, 10-11 потрачено было на них из федерального бюджета 5 миллиардов долларов, они получили денег. То есть деньги, как бы получается, что берет их студент, да, то есть ему дают, что на учебу, но дальше деньги переправляются в университет, в учебное заведение, и там все это происходит. Давайте я, может быть, камеру переверну, а то тут солнышко так, не тот расклад, секунду. Да. Так вот, что происходит с деньгами? Это же не то, что деньги, которые кто-то хотел выкинуть. Это деньги, которые хотели инвестировать. То есть студент, когда одалживает деньги, он, по идее, должен бы их вернуть. Должен был бы их вернуть. Другое дело, что когда он их не возвращает, то мер воздействия к нему особо нет никаких. Поэтому как бы часть денег пропадает. Все это понимают, это принимается, как бы уже бог с ним, но, значит, первая часть потерь – это люди, которые начинают учиться, какую-то часть денег они взяли, потратили и бросают. И мы все с вами понимаем, что далеко не все люди заканчивают. Не заканчивают они по самым разным причинам, но, грубо говоря, деньги ушли. Есть люди, которые заканчивают, но никогда не находят работу. По специальности, или, может быть, даже не так уж важно, чтобы по специальности, но нормальную работу, требующую образования, где платят достаточно, вот, чтобы возвращать долги там и так далее. И у них такое чувство, а что, я вот там, да, они мне дали денег, но я же ничего не получил, я только время потратил, ничего не получил, чего я должен возвращать? Вот такие у них есть мысли. А поскольку государство к этому относится так, скажем, либерально очень, то вот и не возвращают. Короче, в попытках как-то вот, значит, с бюджетом разобраться, куда деньги уходят и так далее, на них запало око Анкла Сэма, такое всевидящее. Против ITT, Technical Institute, есть несколько дел, которые там рассматриваются. В частности, например, одно из этих дел это обман студентов при объяснении им перспектив будущего трудоустройства. То есть сидят люди профессиональные, которые разговаривают с потенциальными студентами, ну и, соответственно, значит, им там втюхивают. При том, что, в принципе, конечно, есть официальная статистика там трудоустройства и так далее, но одно дело официальная статистика, которую тебе, может быть, даже и не показали толком. Или так сказали, вот тут распишись, что тебе показано там в пачке бумаг, которую он и не видел, что подписывал. Понимаете, по-разному можно.
с одной стороны, с другой стороны, мы же с вами знаем абитуриентов, мы с вами знаем людей в любой стране, где вы живете, да, вы знаете кучу народу, которые учились там, где абсолютно не нужно было учиться, и у них были иллюзии, что с ними сейчас что-то такое произойдет после этого. Уж кто им там это все навешал на уши, но тем не менее это происходит повсеместно. Я даже думаю, что если всерьез бы они взялись за вообще всю систему образования профессионального, университетского, и стали бы смотреть, как они там студентам, значит, рассказывают и так далее, они бы обнаружили, что практически все учебные заведения вот этим делом занимаются. То есть чистым таким введением в заблуждение. Да, то есть как бы мошенничество в таком формате, что просто людей вводят в заблуждение по части будущих, так сказать, побед. И мы знаем, что очень высокий процент не окончивших образование. Я как раз недавно видео делал, да, на эту тему, что там 39% людей, которые пошли учиться на бакалавра, на 4-летнюю программу, 39% закончили ее за 4 года, а за 6 лет ее закончило там аж там, ну, под 60%. Но 40%-то даже и за 6 лет не закончили 4-летнюю программу, понимаете? То есть вот идет такое разбазаривание средств, но я не думаю, что этот ITT, Technical Institute, провинился больше, чем там 90% других заведений учебных. Провинились они, конечно, по большому счету тем, что это частное учебное заведение. Не государственное, вот не City College, потому что любой City College, особенно большие, мощные, вот как у нас тут в Кремниевой долине, где население, плотность населения высокая, и эти сити-колледжи пропускают там десятки тысяч студентов пропускают. Значит, это такой расход чудовищный денег. Ну, я бы сказал, абсолютно такой. Много никчемного там. Но тем не менее, значит, но они как бы государственные. Вроде как бы сам виноват. А это частные. Это частные, это компания там на for profit, то есть люди там какие-то деньги зарабатывают. И вот за них и взялись. Так что на них сразу несколько там было судебных, к ним было несколько судебных исков, претензий. И, значит, как они его грохнули? Значит, грохнули их, ограничив доступ к федеральным бабулькам. Значит, сказали им так, что, знаете что, ребята, поскольку вы вообще, вас тут судят, и какие-то вы вообще некошерные, давайте-ка вот что, у вас там на счету сколько денег? Говорит, 78 миллионов. Они говорят, да, маловато будет, сказали им, маловато будет. Вдруг чего? А денег маловато, чтобы со всеми рассчитаться, случись чего. Давайте-ка вы доведете эту сумму до 153 миллионов. Вот 153 миллиона, тогда мы вам позволим и дальше получать федеральные денежки. А это у вас будет такая залоговая такая сумма, collateral называется. Вот, и они не смогли собрать эту сумму за там отведенное для этого время. Это было совсем недавно, я, кстати, читал, я ничего не рассказывал, потому что мне было интересно, чем закончится. А вот сегодня уже закончилось, уже все, и сегодня они такое прощальное письмо там дали, обвиняя государство в том, что оно нечестное и прицепилось к ним зазря. Ну, в общем, вот компания закрылась. Закрылась паблик-компания. Там куча народу потеряли денег. Но это уже, может быть, не так важно. Это частные инвесторы. Вот. А так вот 20 тысяч студентов остались где-то между небом и землей. Ну, там тоже есть всякие меры, там, как с этим иметь дело. Но, в общем, вот такая вот интересная история. Я бы сказал, что они, безусловно, виноваты в том, что им там инкриминируют, но я бы сказал, что они не больше в этом виноваты, наверное, я не знаю точно их операций. У нас их тут есть в Кремниевой долине, несколько кампусов, кстати. Вот, я не думаю, что они в этом больше там запачкались, чем другие учебные заведения. И не только учебные заведения, вообще вся система, которая лжет молодежи о том, что вот пойдешь учиться там, получишь там своего бакалавра там или там мастера, и все у тебя в жизни будет. Вот вся эта система вранья, которая внушает людям, что ты можешь пойти
в какой-нибудь там третьесортный университет какого-нибудь американского, Урюпинска, там, или я не знаю, что там. Да, и все у тебя в жизни сложится нормально. Вот просто бумажку получи, и все. Поэтому вся система на этом построена. И это выходит уже наружу. Это уже как бы всюду вот пишут. Уже лет 10 пишут, что... Вот если там погуглить где-нибудь, пишут, что самый большой фрод в этой стране, самое большое мошенничество в этой стране — это система высшего образования, где людей разводят на бабки, при том, что они, в общем-то, не получают того, что им обещают. В общем, вот такая интересная новость, можно сказать. Счастливо!